Всем привет! С вами Александр Дагадин и Диана. Мы играем в игру One Level 3. Посмотрите, у нас подкрыты все боссы. Остался вроде бы последний. Давайте начнем и посмотрим. Может, вот это уровень и все? Мне кажется, это последний уже уровень. Так, 281 лазерная атака. Опачки. Лазеры. Это звездные войны. Мы воины. Воины звездные? Да, мы воины. Пап, мы воины. Воины. У нас папа воины. Бежим. 282, ты тоже это видел? Что я видел? Вот это. Я уже это видел. Да. О, ключ. Да. Почему не взял его? Я, а как нам его взять? Вот сюда он был. Сейчас, тихо. Вон он, ключик. Что, открылся? Не тот ключ взяли. Давайте посерединке тут встанем. Может, еще один. Быстрее. Так. Yes. Рычажок. Тоже не тот. Может, еще подождем? Давай. Может, еще один? Может, как раз этот упадет сейчас. И нам откроется. Ну-ка, давай посмотрим. Походу нет. Обманули нас на 4 таз. Обманули нас. Обманули нас на 4 таз. На 4 таз? Да. Чё? Это значит, что 4 таза. Ждём-с. Кулачки. Ой, какие кулачки. 283. Помнишь, зачем эти штуки? А, ну, конечно, помню. Прыгать. Помнишь эти штуки? Ой. Вот это они тебе сказали. Помнишь эти штуки? Да, так. Пап, ведь ты помнишь их, да? Конечно, помню. Я их тоже помню. Фу, я чуть не упал. Так-с. Главное тут... Ой, красава. 284 уровень, минута на размышление. Тебе минута на размышление. Минуты на размышление. Минуты. 60. Папа, у нас минута. Может, рычажок взять? Минуты. Да. Минуты. 284 минуты. 284, 5. Так, минуты. Какие минуты? Можно я сейчас сделаю? Можно? О чем мы тут сделаем с тобой? Надо что-то как-то подумать, какие минуты на размышление. У меня хороший ум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, два. 2, 4, 6, 10, 11. Минуты. 6, 2, наверное. 6, 2. Нет. Может, 22 и 3? Блин, друзья, как нам пройти этот уровень? Может, я? Давайте. Попробуем подобрать, что ли. Я даже не знаю. Может, 100? 100 минуты. Какие минуты могут быть на размышление? А может, это минуты? О, что-то открылось. Что-то я там поднабрал, друзья, и все открылось. О-о-о. Так. Что такое? В общем, тут что-то надо собрать. Кнопку, наверное, нажимать. Бумс. А, смотри. Вот раз, она крутится. Так. Не, что-то непонятно. А, вот, переворачивается. Так. Это правильно сделал. Вот так. Ага. Это тоже правильно, да, Русь? А, нет, во. Так. Это он типа. И последний остался, да? Нет, предпоследний еще. О, еще один. С
Самый нижний. Опс, супер. Вот он, смотрите какой. Я типа думаю, где же ключ наш? Я скоро его найду. Воу. Это скрытый, по-моему. Так. А что здесь надо сделать? Можно Диана сейчас понажимает тут? Подожди, Дианочка. Диана сейчас подождет, потому что папа ей сказал. Может, как вот так надо открывать? Ну, может, в каких-то коробок лежит ключ? О, все открыли, зелененький. Круто. Мы просто молодцы. Глаза слепит. Воу, друзья, здесь это, как нам быть? Целится, может, это. Давайте. Вот так вот его. Это что? Пониже. О, сейчас прям точно ему. Давай прям в глаз ему сейчас. Давай. Сейчас выстрелим. Лоб, лоб, его в глазик. Так, а ты нас, пчелка Майя. Сейчас мы тебе... По крыльям. В носик твой. В большой нос. О, не, в глаз попадем сейчас. Да. А давай ты его вот сюда в крылья. В крылышко сейчас подобьем. Давай. Нет, по-моему. Поэтому ты... ноги сейчас зацепим. А в эту попадем, интересно? Да. Сейчас прям в попку ему стрельнем. Попа. Блин, и сколько же так можно их отстрелить? Подожди, давай вот сюда, я ему в оголок. Давай ему прямо сюда, вот в хвостик. Давай. Вот в этот, хоп, вот сюда. Ага. Давай. Это мы тоже стали? Да, сейчас мы ставим. Пяу. А почему здесь не черный, а зеленый? Не знаю. Бум, блин, да сколько же их можно? Да не знаю. Да они уже достали, наверное. Пчёлы эти. А давай на усы. Эй, усатый. Ещё усатый, папа. Усатый, да? Усатый таракан. Усатый таракан. Сколько их можно? Да ёлка. Уже 20. 20 штук уже. Может, харе? 21. Мне тоже так кажется, что харе. Может, тут как, надо еще что-то делать? Ну-ка, нос пойдем. Его. Не, нельзя. Давай в нос ему. Давай. Нет, слишком долго целиться, надо просто. Вау! Ты думал, прям в серединку. Цельс, огонь! Цельс, блин! Сколько ж вас там этих пчел-то? Вы нас уже достали. Это полицейские не устали их ловить, что ли? Да они вообще развелись. Может, это сами полицейские такие? Как пчелы? Может, это полицейские? Полицейские превратились в пчел. Да! Или переоделись. Ой, это по телефону разговаривали, смотрите. На... О, ёлки, еще да туда. Да ёлки, папа. Сколько ж вас там штук-то? О. А это стоит. Посмотри, 29. 29 уже. Боже. Капец. 30. Уже 30? Сейчас 30 будет. А, уже 30. 31. О, я уже устал, друзья. Можно я? Сейчас. Может, Диана сейчас попробует? Диана, давай ты постреляй. Сейчас Дианочка будет стрелять. Так, давай. Давай, Диана. 32. Их сколько там? Штук 100, наверное. Стреляй. 33 уже убили. Наверх. А, может, прям так. В цель попал и все, да? Да. Поднимай. Ага, отлично. Давай, беги.
35 уже, это капец. Надоели уже эти пчелы. Даже я еще не играла, все равно уже устала. Смотрите, там же. Да, о. Ну где надо попробовать? Что последнее-то? Что-то последнее у нас не бьется. Да. Может ее рукой нет? Подвинули? О. Я думаю, это последнее. Уже почти 40. Сейчас будет уже 40. Бум. Уже 40, папа. Слушай, ну как, что тут можно сделать? Я уже устала даже снимать. Так, давай его вниз опустим. Но у нас других выходов нет. Пчелка Майя, блин. Пчелка Майя, поэтому будем в них стрелять. Вы эти пчелки Майя. У нас без вариантов. Сколько можно этих пчелок Майя? А почему? Я не знаю, а почему пчелка Майя с усами? Старая пчелка Майя. И брови, ты посмотри, какие у них. Боже. Брови прям такие мощные. Брови как у злодея. Да. И даже, я бы даже не сказала, что у злодея. Угу. Ну, у всякого там, всяких людей там может. Блин, не попал. Право руля. Лево руля. Слушай, уже... может паузу нажать? Уже нет. 51. 51 шмель. Может это до 100 надо? До 100 будем до старости это все делать, да? Да я вообще не знаю. Слушай, может что понажимать надо? Да не знаю я. Ой, огонь что-то длинный, мне кажется. Не-не-не. Ну-ка. Может там он на мост. Ну ладно, будем стрелять. Да. Я слышу хрен. Дух или что-то ему. Да. В нос. Пум. А, этому в крылья. Крылышко. А этому куда? В глаз. Прям в нос. Почему у него длинный нос? Бамс. Слушай, а если мы вот так сделаем? Мне кажется, я вот... Ты представляешь? Может, в дверь надо? Капец. А мы тут фигачим, друзья. Вообще. О, можно я? Так, стоп. Можно я, пожалуйста? Ждем, что нам тут надо сделать. Можно я? Подожди, Диан. Можно, пожалуйста. Так, мы открыли фен. Так, а что еще? А где эти ключ? Где ключ? Где паутина? Ну-ка. Где замок? Во. Это лед, папа. Паутина. Смотри, нам надо фен взять. Вот. Теперь нам надо взять ножнички, наверное, да? Ножнички, чтобы разрезать дверь. Блин. Чё ты промазал? Так, смотри, фен нас растопил, ножнички, чтобы разрезать веревку. Да чё ты в него не попадаешь? Ну-ка, давай веник соберем. Так. Веник это паутину. О. А ключ? И ключ нам нужен. И ключ мой. О. Ой. Ну всё. Может замок? Может это... А, вон туда. Замок. Надо. Замок. О. Это босс оказался! Это босс, друзья, смотри! Это полицейский, который спал! И он, да? стал этим огромным... О. Он стал этим огромным... Это огромный босс! Смотрите на его попу! Ой! Блин, смотри, у него корчети исчезают! Друзья, вы посмотрели на его... на его... Смотри, он стучит! Раз... опять будет стучать. Ну и на тебе. Капец. На тебе. На попочке.
Очень-очень да, страшно, пап? Да, Дианочка. Поповки ему дали, мы получи. Сейчас... Где ты себя двигаешь? Смотри, там все что-то ломается. Посмотри, окна, окна. С окна упадет. Да вообще все ломается, это босяр какой-то. Смотри. Это последний. Последний босс, думаешь? Это последний, я знаю. Это последний. Ай. И ты больше не будешь это играть в эту игру. Ну. Как жаль. Как жаль. Давай, давай, ждем. Ладно, будем первую проходить. Да? Сейчас посмотрим. Нам надо хотя бы пройти эту босяру. Да, хотя бы пройти его. Блин, чёрт, блин. Что такое? Как? Что за фигня-то? Прям на ноги ему, да? Да. Прям так, ноги. Бомбочка. Прям ноги мы его сейчас дали. Много, еще одну. Ждем-с. Ждем, 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 ждем. Бумс. О, смотри. А что он на нас злится? Прям на него, не знаю. Он злится на нас. Мы же ничего не сделали. Мы же ничего не сделали, пап. Пап, мы же ему ничего не сделали. Мы ничего плохого не сделали. Мы его разбудили. А, точно, он спал. А мы его разбудили. Ой, лампочка, смотри, друзья. Что дает? Может, ему электричество надо... Может, ему надо лампочку включить? О! Может, он расстраивается из-за того, что света нет? А, ё-моё! Он расстраивается из-за того, что нет света! Смотрите, смотрите. Так, ждем. Сейчас, значит, он здесь бомбочка будет. Мне кажется, у нас не. Вот так, бамс. Вторая бомбочка. Бам. Бамс. Так, вот здесь ждем. Ой! Ты опять чё? Кнопка не сработала, блин. Папа, она у тебя постоянно. Она постоянно. Нет, тут какая-то функция, по-моему, включена. Что это? Может, ты сделал их маленькими, большими, не знаю. Да. Из-за этого они так расстраиваются. Сейчас, смотри, там еще какой-то рычаг вон есть. Ничего. Не знаю. Сейчас глянем. Может, чтобы ему дать... Так, лампочка. А, рычаг, чтобы, наверное, вот это открыть. Блин. Капец. Капец, друзья. Что за фигня? Он тебя руками долбит. Да? Да, он прям бумс, как такой червяка меня. Просто. Бысь, бысь, бысь. Бумс. Смотри, мы уже две бомбочки в него кинули. Ну, может, последняя это? Вот сейчас третью в него. Сколько у него жизни? Не знаю. Лампочка. Лампочка была. Опа, лампочку берем. Так. Бомбочка. Бежим за бомбочкой. Капец. Так, ждем-с, ждем-с. Не спешим. Не спешим. Не спешим. Не спеша. Офигеть. Он прям бомбу там. Видела? Он прям бомбу убил. Бомбу смял. Опять ждем. А как же не смять эту бомбу? Капец, он такой злой. Это злой босс. Кого-то может быть мурашки. Да. О, ключ, ключ. Ключ. У кого-то мурашки идут? У меня нет, а у тебя? У меня вообще нет. Ключ, ключ, Диана. Ты уже взял его. Опа. О, давай бомбочку скинем на маленького. Давай. Бога. Взрывайся. Не, не хочет. Все, прошли, друзья, уровень. Стикмен победил. Последняя! Сбежал из тюрьмы, смотрите. Последняя. Все, это был последний уровень. Молодец. Как жаль. Эх, прикольная игра была. Да. Только ну-ка, смотрим. Все, смотрите, всех боссов открыли. Только я сейчас увлеклась этим. Друзья, ну что, закончили мы эту игру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте смотрите, лайки, даже лук плачет. Оставляйте комментарии. Да, посмотрите, даже лук-босс плачет.
он не хотел, чтобы мы уходили. Он... Все, все боссы открыты. Ну, будем ждать новых выпусков, новых обновлений этой игры. Все, друзья, до скорых встреч. Пока всем.